Всем привет, меня зовут Зинатпаев Азбек. Я учусь в курсе веб-программирования. Мы уже на 4-м месяце, и мы научились многому. В первом месяце мы учились JavaScript, во втором месяце CSS, а в третьем месяце JavaScript половина, и в четвертом месяце JavaScript научились полностью. И все это соединяем и создаем сайты. В веб-программировании у меня появились новые друзья, близкие, Бабур, Исламбек и Джахангир. Они мне помогали, когда я не мог выучить CSS, они мне помогали с годами. Хорошие мальчики. Когда я пишу код, я затрудняюсь в CSS, а когда я доканчиваю код писать, когда я перехожу, нажимаю Go Live и перехожу в Google Chrome, и вижу результат, и мне это нравится, красиво. Да, мотивирует делать еще. Я создал веб-сайт, в котором объясняю свой портфолио. Там я написал, кем я хочу стать в будущем, сколько мне лет, как меня зовут. В свободное время я увлекаюсь спидкубингом, еще скейтбордингом. Я в свободное время катаюсь на нем на улице, по тротуару. И увлекаюсь барабанами. В семье меня поддерживают мама и папа, мои родители. Они поддерживают меня, покупают мне разные вещи, мотивируют, чтобы я учился хорошо, чтобы учил английский язык хорошо. Мои будущие планы – это я хочу выучить английский язык и Python, язык программирования, и работать программистом, и пойти в Америку с родителями.